Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом питомце в Геншине, когда его нам подарят и как он будет выглядеть. Всем приятного просмотра! Появилась такая интересная информация, что уже в следующем обновлении, которое выйдет 20 декабря, пройдет реран события «Затерянные богатства». На самом деле, это событие должно было стартовать намного раньше, то есть в обновлении 4.0 или 4.1. Но, видимо, разработчики немножечко о нем забыли, и поэтому оно пройдет только зимой. В этом событии мы обычно собираем древние монетки в разных указанных локациях, а потом в магазине события монетки можно обменять на питомца нужной расцветки. Уже 8 декабря в моем телеграме появятся новые промокоды на 300 примагемов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ссылка в описании. А еще там есть розыгрыш. На данный момент в игре существуют вот такие цвета фей. А в следующем обновлении добавят новую фею. Как видите, она отличается тем, что умеет плавать под водой. А остальные феи этого не могут. При контакте с водой они сразу же исчезают, как видите. Ну и также у новой феи немного отличается оттенок. Можете оценить его на этой картинке. Сама фея ничего полезного не делает. То есть это просто питомец для красоты, который везде следует за вами в приключениях, издает пищащие звуки, а при виде врагов исчезает. Ну и также это является памятной наградой от разработчиков, поскольку такое событие проходит только один раз в год, и выбрать можно только один цвет питомца за одно такое событие. Ну и получить 420 примагимов в придачу. Поэтому цвет нужно сразу же выбирать с умом. На каких персонажах вы чаще играете и какой цвет будет более актуален для вас. Напишите в комментариях, какого цвета фею вы бы хотели забрать в свою коллекцию. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!